Всем привет! Меня зовут Денис, и сегодня я снимаю тег «Барабанная дробь», который называется «Что в моей сумке?». Это не моя сумка. Моя сумка вот. Ну и начнем тег. Перед тем, как я хотел снимать этот тег, я думал, что он будет кому-то неинтересен. Но, блин, всем интересно, конечно же, всем, что же в моей сумке. Ну и начнем. Что же находится в моей сумке? Самое главное у меня находится сверху. Сверху моей мини-сумки находится у меня зонт. Почему бы и нет? Зонт. Зонт нужен для того, чтобы просто. Следующее, что у меня находится в моей сумке, это, конечно же, фотоальбомы. Да, ребят, фотоальбом. Их у меня много. Ну как много? 4. Итак, альбом с детства, свадьба родителей, просто альбом какой-то бред. Да, это все я ношу с собой. Следующее, что я ношу в своей великолепной сумке, это роутер. Знаете, почему бы и нет? Роутер, Wi-Fi. Всегда с собой. Прикольно. Следующее, что я ношу в своей огромнейшей, просто прекраснейшей сумке, это мяч. Мяч. Просто мяч. Он мягкий. Следующее, что я ношу в своей прекраснейшей сумке, это, конечно же, незаменимый утюг. Почему именно он? Да потому что, например, иду я по улице со своей любимейшей сумкой, и вдруг мне приспичило что-то погладить. Я достал утюг и, конечно же, погладил. Следующее, что я ношу в своей сумке, это, конечно же, киска. Как же можно ходить с сумкой без киски? Она очень пушистая. Больше я о ней ничего не знаю. Ладно. Следующее, что в моей прекрасной сумке, это, конечно же, чучело какой-то курицы. Это не курица, это какая-то... А еще лежит у меня мой любимый принтер. Да, принтер. Ну и последняя вещь в моей любимой сумке, это, конечно же, мой шлем. Шлем, да, чтобы ездить на... роликах. Ну и все, ребят, я рассказал вам про свою сумку. Она у меня вот такая вот. Синенькая. Если вам понравился мой тег, конечно же, ставьте палец вверх и подписывайтесь. А если вы не подпишетесь и не поставите лайк, придет моя курочка из моей сумки и вас заклюет. Пока! Make it rain on them.